Кассетная дека японской корпорации Sansui. Модель называется Sansui D69C. Какие-то номера такие тудым-сюдым, пидорастичные, но и япошки такие же. Вот дешевая модель, а выброс сделали плавненький. Дорогой, наоборот, делают. Сэкономили на индикаторах. Вот тут такая штучка будет. Red Play сигнал. Он будет мерцать. Типа кассета движется. Движуха идет. Но зато она светится, как новогодняя елка. Естественно, проведена профилактика. Вот, остальное все по пути. Головочка в хорошем состоянии. Писать будем вот на такую вот кассету, на которую писать и не рекомендует. Зато красивая. Красивая дека, красивая кассета. Значит, что здесь? Рек плей, перемотки, автостоп, все срабатывает. Пауза, нормальный металл. Значит, Dolby NR есть, Dolby B, Dolby C. Микрофон, можно писать с микрофона. Что еще? В общем-то и все. Красивая она до безумства. Вот такой не серийный номер. 316 заканчивается производство. Соответственно, Made in Japan. Где-то тут. А, вот. Made in Japan. Ну, тут все как у всех. Входы и выходы. Вот. Включаем. И она нас встречает пингвинизмом таким. Ой, какая красивая. Красивенькие такие выемки. Вот для чего это все? Дизайн. Дизайн просто супер. На самом деле красивая дека. Счетчик работает, автостопы срабатывают. Рек-лампочка светится. Все лампочки работают. Красивая дека. Очень красивая. Так, ну что, давайте писать. А, писать-то как, значит, здесь ARUS. ARUS переводится как автоматическая регулировка уровня записи. Я уж тут ничего не могу крутить. Ох ты! О, пошла тема. Вот про это я говорил. Даже я там отражаюсь, отойду в сторонку. Определил леточку нормал.
мотаем до нули и слушаем великолепную Антонеллу Руджеро. Так, чуть-чуть не домотали. Чистенькая. Красивую кассетку вытащим, поставим мы на Камичи. О, сразу звук огонь. Так, проверим, как она отключается, автостоп, и на этом все. Все, отлично. Ох, сон света, ох, сон света. Красивую дочку смастырили. Как новогодняя елочка горит. Вообще. На этом все.